Итак, друзья, пишем. Перейдем к фонтану. Трюга продолжается. А нам не страшен ветер. Сейчас тоже будем журчание только фонтана. Так он у нас, друзья мои, по центру. Сейчас мы его запишем. Ну вон там, друзья, шпиль. Можете увидеть его шпиль. Так будет у нас всегда. Вот. Короче. Теперь мы пишем вообще. Фонтан. Вот это уже я ел. Не скажешь, но тем не менее. Фонтан-то красивый, конечно. Не хитро дворцовый, но тем не менее. Так, до 2 августа уже будет, конечно, умирание. Это не отключится. Ну, вот так.